Подведены итоги всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом году в нем приняли участие более 1 000 000 учеников старших классов со всей страны. Среди победителей конкурса были и 2 жительницы Ленинского городского округа. На оперативном совещании у главы Ленинского городского округа, которое традиционно проходит в районном центре культуры и досуга, среди руководителей служб и подразделений муниципалитета сидели и 2 юные красавицы. Совсем недавно они вернулись из Артека, где прошло награждение по итогам конкурса «Большая перемена». «Большая перемена» в первую очередь, как мне кажется, это толчок. То есть она дает возможность людям, детям, подросткам раскрыться с неожиданной стороны и попробовать себя в чем-то, кроме школьных предметов, кроме типичной алгебры и геометрии. В рамках конкурса участники смогли пройти профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендациям ведущих экспертов, представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. Я хотела бы отдельно поблагодарить моего классного руководителя и директора, потому что они предложили мне участвовать в этом конкурсе. Я, в принципе, активно принимаю участие в жизни в школы и в разных олимпиадах и конкурсах, и этот конкурс не исключение. «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи России. Победительницы конкурса получили из рук главы Ленинского городского округа благодарственные письма, которые являются знаком того, что на родине гордятся заслугами жителей муниципалитета.